В Новосибирске один из самых старых действительно дворцов в континентальной лиге, но, к счастью, совсем скоро в Новосибирске появится современный стадион. Сложный выезд, связанный со сменой часовых поясов и длинными перелетами, подходит к концу, и «Металлург» постепенно возвращается к привычному графику. Предматчевая раскатка в день игры с Новосибирской «Сибири». Раскаткой и игрой есть немного времени, и его с пользой проводит талисман команды «Лисенок» Тимоша, продолжает искать улицы Магнитогорские. Есть такая и в Новосибирске, но по своему характеру она отличается от той, что во Владивостоке. Расскажи, чем занимается фотограф, пока у команды идет собрание. Фотограф отсматривает уже отснятый материал. Фотограф сбегал, проверил стекла на предмет того, что не грязные, не грязные. Ждем начала раскатки.
довольно непростой матч, да, и знали, что Сибирь подарит нужные очки, что они будут бороться, биться, да, за каждый квадратный метр, поэтому сложный матч удаления, несколько такие нас выбили, может быть, из колеи, да, но рад, что ребята, что мы держали свою линию, да, и забили свои голы, и Юка здорово сыграл. В Новосибирске здесь всегда нелегко играть. Команда очень быстрая, бегущая. Им нужно отдать должное. Они неплохо играют в хоккей. Но сегодня они сделали несколько ошибок, которыми воспользовались. А мы не допустили своих ошибок. Выезд проехали, забрали все очки, все молочки, хорошо потрудились. Дальше будет сложнее немножечко. Там непростые игры через пару дней. Нужно перестроиться после часовых поясов Владивостока. И все, готовится к ЦСКА. Я думаю, там будет борьба не хуже, чем здесь сегодня была. Поэтому, я думаю, все ребята осознанно подготовятся и будем идти дальше. Не думать о победах, которые мы выиграли. Они остались в прошлом, нужно идти дальше. Да, непростой матч, третья игра на выезде, вся непростая. И поэтому начало чуть тяжеловато было, потом раскатились все. Ребята молодцы. Пришлось так повтыкаться в начале, да? Много силовой борьбы сегодня. Да, хорошая команда, приятно было играть. И ребята молодцы, все отработали, выполнили установку тренера. И победа. Здорово, молодцы ребята. Сегодня, может быть, уже так свежести немножко не хватало. Но выжать из себя смогли. Красавцы, красавцы. С победой, с победой, с победой. Хорошо, Лайпциг и Сити, и Лидер сегодня. Много ноги. Шведская мафия. Да. Good game, good points.